Светлана Март и Мастер. Персонажи Фен Джеймс Кирк и Фен Мистер Спок. Фильм «Звездный путь. Бесконечность» 2016 года. Дневник капитана. У звездной даты 09.12.2019. Звездный флот получил сигнал бедствия. Наша задача – спасти экипаж, застрявший на планете в неизведанной части космоса. Наш курс пройдет через нестабильную туманность, что полностью лишит нас связи. В общем, мы будем сами по себе. Кирк, конец записи. Евангелион. Всегда может заменить данного пилота. Однако агентство не может нести ответственность за потерю личности пилота. Персонаж 13-й доктор. Сериал «Доктор Кто» 11-й сезон. Позвольте помочь.
теперь Казбен Аригато, Юи Камори и Фен, Англия, аниме Дайбой Клакс, Хентария. Леди и джентльмены, и это шоу для самых интеллектуально развитых главных героинь, я ГГ и НТП. И я с вами, его ведущая, Алиса Кёркланд. Берегите себя и свой мозг. Поприветствуем же нашу финалистку. Ее гарем насчитывает 14 человек, а ее глаза ходят легенды. Именно она стала эталоном на легендарные эмоции Беллы Сумерек. Она настолько добрая, милая, отзывчивая девушка, без лишних слов. Юи Камори! Ладно. Итак, начнем. Вы увидели человека без пульса. Ваши действия. Вариант А. Спрашивать, все ли с ним хорошо. Вариант Б. Сказать ему, что у него нет пульса. Вариант С. Пытаться руками вызвать электрический разряд. Боже. Кто сочинял этот сценарий? Или вариант Д – вызвать полицию. Хотите использовать подсказку? Звонок другу? Пуп-пип-пуп-пуп. Алло? Говорите, вас не слышно. Может, вы уже возьмете телефон? А, да, конечно. Ой, трубку не взяли. И ваш ответ? Нужно же узнать, как он себя чувствует. Вдруг он не знает, что у него нет пульса. А сейчас рекламная пауза. Рулон закончился. Юи, мы с вами уже давно это обсуждали. Это сценарий, видите? Вот выделенный текст. Читайте. Зева Акватюб. Смывать легко. Для всей семьи. Уважаемые зрители, мы продолжаем. Юи, ваш ответ. Сказать, что у него нет пульса. Поздравляю, вы... Что вы делаете? Такой персонаж, как Вистел Спири. Есть? Нету? Есть? Готово? Отлично. Тогда мы ее ждем с персонажем Джульетта Феометта Асток Капулетти из аниме «Ромео и Джульетта». А Риппей есть у нас такой? Риппей. Риппей. Нету Риппея? Идем дальше. Ну, а следующий в нашем блоке Наила. Эсмеральда, мультфильм «Горбун из Нотр-Дама». Ты как?
Персонажем Мэгу Мин из аниме «Богиня благословляет нас прекрасный мир». Даниэля с персонажем Осаму Дазай, великий из бродячих псов. Помоги ему,
my beloved subjects. It's been so long since I've seen your precious little sun-loving faces. Remember this day, little ponies, for it was your last from this moment forth. The night will last forever! Теперь приветствуем Триша с персонажем Королева Дагмар. Мультсериал «Разочарование». Псевдонимом Снежка, Каназона Шизума, аниме «Клубничная тревога». Из аниме «Хиталия из страны Оси». Наша героиня Ри с персонажем Эльза. Мультфильм «Олаф и холодное приключение».
приветствуем теперь следующего участника. Купава, Виктория Селес, аниме Хелсинг. А теперь просим на сцену старших Филипп Карлайл и Энни Уиллер, фильм «Величайший шоумен». Персонажем Кагамина Рин. Голосовая программа «Бакалоид 02».
под псевдонимом Швани, руллер аниме «Судьба Апокриф». Мое настоящее имя Жанна. Согласно клятве, я буду защищать твою жизнь и твою душу. Ну и следующий участник под всем данием Цундаря Грис, Ачака Урака, и занимает Boku no Hero Academia. Иванов Ярослав, Питер Квилл, Звездный Лорд, Стражи Галактики. Everything's alright.